Блядь. Сука, какие же вы говнари, нахуй. Это просто пиздец, я не могу нахуй уже, блядь. Двигайтесь все. Хант умудрился уже умереть. Я не удивлен. Серый, дай ему бэр. Швепса прохилить чарами. Я в диспе. Перебафните ханта. Третий стак. Ханта фул ребам быстрее. В чем проблема? Блять, как заебали у меня эти фулы уже летать. Смотри. Блять, забери большого. Его ретаунтит. Там два стака уже, сука, нахуй. Ой, сейчас ведутся. Взрыв. Газ еще сейчас будет. В центр да, подбежали, все быстрее, в центр подбежали. Все, ушли с центра, ушли нахуй быстрее, дай сокру. Да. Блядь, я вложил. Ну вы ж смотрите, куда вы бежите, дебилы, блядь. Под босса. Останься. Никому не надо оставаться, вернитесь тех, кто там под боссом стоит. Верни боссов в клуб. Войд, БР по хисяке. Но он БР по спейси. Блять, пол рейда в лужу побежала. Я хуею, блять. Ребафнули лок и ребафнули ханта рещи. Если что, гимны на хп 6 штук есть. Прохил у меня сейчас больно будет. Блять, люксор, дай сокру. Да стак уже чё? Сейчас читаю. Ну, сейчас а, сейчас пятый снова будет, что ли? Да, пятый. Да. Под босса, быстрее под босса. Блять, губительный. Сука, разбежались. Ушли с центра. Дай сокру, люксор. Гимноману. Прохил. Так, у нас Милхант умер, нормально. Вернули себе под боссом те, кто стояли. 9.
Калюта прохил. Ну, блять, ну прохильте, ну ёб твою мать нахуй. Как ты... Ой, ладно, все в пизду. Просто не хочу нахуй. Ничего говорить. Третий стак. Чё, да хуя слишком стакается взрыв. Слишком час. Слизни везде. Вы маленьких в большие сводите нахуй, потому что долбоёбы. 100% нахуй. Да, уже... Сейчас снова будет взрыв. Да, сейчас взрыв будет. Губительный взрыв. Газ сейчас. Губительный Маска. Газ, охуенно. Сокру дай. На, сейчас дохну. Разбежались быстрее. Разбежались, ушли с центра. Под босса вернулись. Так, у нас Хисяка, Милхант. Нон, выйди с рейда, выйди с миллизона. Все, нахуй, пизда, поздно. Долго нахуй соображаете, блять. Хуёво. Господи, бля. Я не понимаю, вы, сука, совсем идиоты или что? Нахуя вы маленьких больших сводите? Чтоб взорвалось по КД? Чтоб вы дауны не могли выбежать, нахуй? Чтоб потом эти люди умирали, блять? И чтоб потом не озвучил, вы полчаса выбегали нахуй, чтоб не заблевало миллизоны. Вы, блядь, больше маленьких, больших сводите нахуй. Они настакиваются так же, как и большие. И идеально будет. Взрыв каждые, сука, минуту будет. Ой, блядь, господи. Приветствую. Давай, когда первый взрыв первого слизня будет, мы отбежим от центра, и босс будет кастовать блевотину, дадим незыбку, и один прист гимн хп даст. Лучше прохилить было проще. Ну а на вторую луксора, а потом опять ДК. Это не прохилить бывает. От того, что люди у нас умирали на разбежках, на взрывах, умирали в основном от блевотни, и в них прилетала нахуй эта хуйня. Потому что слизень водился не вовремя, прямо под взрыв. Фонарь, ты смотри, блять, вот если на 3 стака нахуй, там долбоебы нас водили в большого мелких, там троих или четверых. Ты не своди сразу, ты подожди, блядь, этот газ ебучий, чтобы, блядь, потом они не поумирали. Они же, блядь, разбегаются, они не видят, куда бегут. Там сколб льется лужа, блядь, туда бежит 5 человек, нахуй. В эту лужу, блядь, где выливается. Да, я просто вижу, у меня 3... Я не могу, я не могу им это никак заанонсить, это нереально, может, понимаешь? Я что? Тоже не могу предугадать, кто побежит на мою слизня. Я уже таундал, и там один стак, и бах, два, и взрыв. Может, это поставить... тоже не от меня зависит. Может, 4 метки поставить и сказать, куда не бежать, типа, где лужа льется, может, и так. Никуда будет. Ничего ставить не надо. Все, вообще нихуя ставить не надо. Просто вообще нихуя. Ну, типа, если в лужу забегают, имею в виду. Там из кранов льется сначала, потом уже лужа появляется. Если они этого не видят, нахуй, я их просто со временем всех нахуй покикаю, и все. Ну, чтоб не, блядь, чтоб меньше нервничать, нахуй, и поднимать себе, блядь, негативный, блядь, характер. Ну, нахуй такие люди нужны. Дальше будет сложнее. Если они этого не видят, блядь, добятся в глаза, нахуй не нужны такие люди, еще раз повторю. Пускай он, блядь, бьют нахуй обычку, ходят. Ну, или ждут нерф от целка, блядь, на процентов, блядь, 50.
И так вам дохуя слишком анонсишь. На той же леди, блядь. Я более чем уверен, ни один, сука, рейл, блядь, не анонсит половины нахуй того, что я вам на леди, блядь. Ты на стримы заходил? Я конкретно про дух. Куда они идут, с какую метку и так далее. Заходил я раньше на стримы, сейчас я не смотрю, мне это не интересно. Когда ты ходил? Отчет давай. Ебанутый. Да сука, кто это нахуй делает нахуй? Блять, я сейчас на стриме нахуй посмотрю анимацию атаки нахуй. Рит, ты в центре был? Да в центре, но босса не смотрю. Сука, вычислю нахуй, просто, блядь, сейчас нахуй сниму фул ЕП нахуй, животное ебаное, блядь. Плюнул. Плюнул, потому что... Или вот так. Что-то здесь спалил, блядь. А, теперь он поднялся, ну да. Ваку, блядь, умудрился умереть. Ты под боссом не можешь стоять или что? Между ног у него. Я не понимаю, нахуй, ты что там, блядь, по чем-то играешь или как, нахуй? У тебя простая задача стоять в ногах под боссом. Ты умудряешься умирать. Это пиздец просто, я хуею. Да я засмотрелся на клавиши. На какие клавиши у форсмага, объясни мне, блядь, если там полторы кнопки, блядь. Тебе сейчас объяснить или потом? Давай потом. Не хочу даже слушать, пиздуна. Что, Дим? Блядь, сучара. Три стака. Один, блядь, бежать не может, другой вылетает. Можно, да? Вот ты просто подбежал. Ёбаный цирк, нахуй. Меня, если я, кажется, вылетел. Четвертый стак. Скорее всего, я не могу дальше пройти. Там маленький. Четыре стака у тебя? Да, четыре стака. Четыре стака. Жди следующего губительного, потом забираем. Уже 20 секунд. Забирай большого. Забирай вот этого, там как раз бежал. Все, а, под босса там... все под босса быстрее. Нормально, похуй, у тебя все равно 4. Под босса все быстрее. Взрыв. Массакру даю. Ждем. Куда пошли, сука, уёбки нахуй? Все, разбежались, ушли с центра. Все до единого, блядь. Только не в лужу, нахуй, пожалуйста, блядь. Да. А вы не разбежались, все, я понял, нахуй, падайте. Блять, еще все в одну сторону убегают. Я хуею. Там особо выбора не было, Кирилл, если честно. Не вставайте, Москве, да. Да в смысле выбора нету? Ну, блять. Ну, смотри, нас здесь 10 человек. Занято. Справа лужа маленькая. Деться некуда, она прям в тайминг кинула, просто неудача. Там, короче... Я не знаю, я первый раз вижу, чтобы
это. Все забегали, потом выбегали. Ну, это понятно, чтобы, чтобы для того. Эта хуйня кидается туда, где стоят игроки. Если мы все сбежимся в середину, то по бокам не будет нигде. Ну, типа, везде свободно будет. Можно будет убежать, куда хочешь. Ну а теперь. Разбежаться, а под... когда он кинет, разбежаться. Ладно, и хорошо, то... теперь дальше. Эта хуйня раньше имеет 3 метра. То есть маленький кругляшок такой. Вот как вот эта 3D-метка стоит, вот примерно такой рейндж имеет одна штука на одного игрока рейндж. То есть, если все условно станут в такую хуйню под боссом, и когда а вылетит... А половины рейда нет, кому ты что показываешь, объясняешь? А, ладно, похуй. Я а просто... Дойдут хотя бы все. Я к тому, что вроде как, если поправьте меня, если я ошибаюсь, вроде как вот 8 человек, которые были на РНЖ, они просто от своих точек мест отошли на 5 метров, и все на этом взрыве. Их не убьет никак. Дается массакра, гимн на ХП, на, ну если блевота типа в 3-4 человека этих идет, которые на РНЖ стоят, а остальные... Это делать просто то, что говорят, вот и все. Остальные... Ничего сложного нету. Остальные из центрального кружочка босса тоже на 10 метров отошли в сторону вместе с боссом, и все. И как вы слизь, про брызги, упал. Типа, или что? Бьете все так же, нахуй. Не надо ничего, нахуй. Сейчас ты, блядь, порассказываешь, нахуй. Еще хуже будет. Не, я говорю, что только так делал. А так вот первый раз вижу, чтобы именно с РНЖ сбегались, чтобы в центр вся слизь упала. Не, не, так били, это идеальная тактика. Не, но, не, это вы били, я говорю, я так не бил. Есть предположение, кто босса пулит, а ну шаманы оба поставьте тотема. Сейчас. А я еще до пула вставлю, не переживай. Ну ладно, один, а второй. Единственное, что я могу чисто, блядь, два кимпа нахуй сделать. Отдельный для тех, кто... который атакует. Да. Короче, для тех, кто бегает по кругу, два кемпа у вас будет. Смотрите, печенька и крест. Если там будет лужа, ну вот тут вот не достает лужа между вот этими хуйнями. Плюс-минус. Короче, этот. Просто в эти два кемпа убегаете, а не в центр. Ну. Сделаем проще. А люди, которые это в центре... Это те, кто это. А люди, которые в центре, похуй куда, нахуй, только не будут. Просто видишь, они бросились в рассыпную и губительный газ. Это я просто упрощаю людям, которые стоят по кругу, нахуй, чтобы меньше. Ты их не вычислил? Я он смотрел, что-то я не могу понять, разобраться. Но я еще потом пересмотрю. Может, и Лен. Первый там пулы. О, может тоже вызвать на всякий случай. Короче, на полума. Давай, чё-то дым. Ну вон, зона поражения плюс-минус будет. Печенька, крест и под боссом пустые. Когда взрыв. Там, где нету меток, там будет свободная зона, куда не полетят взрывы от слизи. Ну и, соответственно, чтоб лужи там не было в той стороне. Убить на нас. Ты пойдешь, это бурстану очень жестко находится. Потому. Рита, ты кому луку кидаешь? Ну просто интересно. Вообще. И видно. Я
Андер далеко. Ну, следите маленьких слизней по пути там. Все. Зубы в черме. Третий стак. Заебал кидать газ. Уже вышли. Так, сейчас маленького сведу. Газ прошел. Под боссом сейчас большой пой. Ага. Там уже свели, блядь. Сейчас взрыв будет. Сейчас взрыв будет, да. Не своди, не своди, не своди, не своди сейчас. Прохил, прохил, чарми, блядь. Сейчас газ будет. А, я в газе. Уже вышли. Все, газ прошел, собирай, своди, нужен взрыв. Печеньку крест, те, кто по бокам. А, у нас еще минус 3 каким-то образом. Ушли, ушли с тех, ушли с меток. Все, вернулись под босса, дай себе крую, Люксор еще. А, ясно. Ну, ты платишь, тебе? Вакханалия какая-то. Все, ладно, я ласпул, короче, все, в пизду, я не могу, нахуй. Вы максимально неприятные, блядь, для меня сейчас люди, нахуй. Я, блядь, ну, многое повидал, но это уже просто пиздец из вон выходящего, нахуй. Вайпаться на вот этой хуйне простой, у меня уже, блядь, терпения просто не хватает. Просто я сейчас сгорю, нахуй, и начну кикать во время пула, нахуй. Долбоёбы. Что там было, расскажи, я, потому что нахуй лагает, ебать. Хуй пойми, нахуй, только по видосу раньше, можно понять. Когда мы разбежались, раньше не соблюдали, и нас заболевало газом, и нахуй полегло весь рейд. Это, по-моему, еще до этого было, 4 или 5 человек там блевали. Между каждым был более 9-8 метров. Ну вон, замечательная гильдия, Бром Гексин, нахуй. No to sleep, нахуй. Вот, блять, вам туда надо, нахуй. Так, как еще раз было? Выбежали на взрыве и заблевало, не да? Не соблюли рейндж и заблевало, да? Ну, ладно, давайте вопрос задам. Откуда рассчитывается рейндж в цели, в которых будет кидать блевоту в трех случайных людей проф? Наверное. Не, во время того, как нам надо было типа блевать в РНЖ, РЛ сказал сбежаться. И. Да не. Я а да. Ладно, потом по видосу да. Посмотрим. Кого сбегаться, блять? Губительный газ прошел. Я сказал фонарю сводить, блять, и сбежаться в метке, блять. Там не было смотри, губительного газа больше. Не смотри стрим. То есть ты пытаешься обвинить кого-то, но не себя. Мне кажется, хватит такого. Это кто сейчас говорит? Это кто сейчас говорит? Окей, не себя нахуй. Я пересмотрел нахуй. Не переживай нахуй. Иди отдыхай, блядь. No to sleep гильдия. Тебя будет ждать, не переживай. Зачем ты такое делаешь? Да. Ну, потому что, блядь, потому что ты хуйню базаришь, нахуй. Мне заебало, Дело не в самооценке. Мне заебало отвечать на тупые вопросы. Все, иди нахуй, еще раз говорю. Я буду, просто... блядь, отвечать на тупые вопросы человека, нахуй, который, блядь, еще нахуй умирает под боссом стоит, нахуй. Я хуею просто с таких людей. Сиди ты ебало вообще не открывай свое, нахуй. Тебя взяли сюда вагоном, нахуй.
Что мне, блядь, пересматривать, если я, блядь, в губительном газе сам был, нахуй? Сам был, блядь, на мне этот газ, и только тогда я фонарю, блядь, сказал сводить, нахуй. Что я должен пересмотреть, я просто не понимаю, нахуй. И потом уже сбежаться к этому. Может быть, и не надо из-под босса выбегать, можешь просто вместе с боссом на 15 метров отойти и все, всем в одной кучке. А вы там дальше стойте на рыджи. Разок попробуй. Не хочу. Че на клума? Уже ничего не хочу. Давай еще. 3, 2, 1. Вайпаться из-за того, что ДПСа не хватает, а этого босса можно убить, блядь, 15 человек, извините. Нихуя себе босс. Ариана, не кричи. Блять, где тут стаж? Это что-то один немножко вправо, какая забрать, он же мест до хуя. Никто. Нет, я еще с игрушки ношу. Таунт где? Блять. Пизда мне. Вместо того, чтобы пизда мне говорить, лучше говори под хил нахуй. Полезней инфа. Я думаю, это одно и то же. За. Стака, да? Да, три стака пока что. Сейчас четвертый будет. Вон четвертый. Перестану диспел себя и прохил, блядь, сейчас сдохнешь. Вы уже аккуратно. Там под этим. И четыре стака сейчас будем, да? Пятый? Взрыв. Аккуратно. Сокру, давай. Все, да. Ушли с центра, ушли с подбоса быстрее. И губительный газ через 5 секунд сейчас будет. Сейчас как только приземляться сразу. Все, вернулись под босса. Сейчас приземлиться последнее. Вернулись под босса быстрее. Остальные в рендже стойте. Люксор, поддай сокру еще одну. Пристань на себя, здесь диспель прохиль. Сейчас сдохнешь, потому что. Прохил. Серый дай бэр по риду. Иннер ему залезть равно.
Ребафнули шамана, речь. Интернет на секунду отвалился, пристально говорит, и вылетел. Там большой появился. А, да, близко очень. Маленького, маленького не своди, только да, около я меня. Я пытаюсь маневр сделать. Да, аккуратно. Милхант опять умудрился у меня, понял. Только не подходи назад. Да я не подхожу. Блять, да ёб твою мать нахуй. Ой, надо хулишита бэрить, войд быстрее. Потому что сейчас нахуй полетит в мили, блять. Yes. Хулишит, выйди сразу. Ребафнули, перестань. Где хоть один мелкий, блять? Не вижу нахуй. Два стака. У вас там два маленьких, вы меня зажали. А, о, вижу. Все, плюнул, сейчас в мили сбегусь. Прохил, прохил. Клокозябру прохил. Реслина, блять, ну. Сейчас будет пятый стак, кажется. Слушай, вышли. Четвертый стак. Ладно, пока бэйрит никого не надо. Один бэйр остался. У меня четвертый стак, повторюсь. Вон пятый появился. Жди сейчас брызги. А не, на, не, жди, жди. Нельзя пока сводить, нельзя. Сейчас губительный. Надо подождать. 10 секунд. Ко не мне... своди, не своди, не к тебе идет, аккуратно. Прохил, прохил, прохил. Дермич, дай эсбаун прямо сейчас. Слушай. Сейчас губительный будет. Он пошел. Уже... Все, можешь сводить, можешь сводить. Вон еще одного большого, подведите к большому. И потом сведите. Взрыв сейчас. Взрыв. Так, ушли, 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 ушли с центра, ушли, ушли, ушли. Быстрее, ушли. Бля. Все, вернулись под босса. Кто там у нас еще умер, блять? Вы меня зажали, я не могу маневр сделать. Ломай. Да, уже забей нахуй, нихуя не можем сделать. Слишком много. Все, ну я думаю, хватит. Я не вижу смысла просто вообще продолжать. Вы не учитесь ничему. Вы нихуя не понимаете. Ну, хотя бы в том, что, блять, вот смотри, летают эти ебаные лужи по КД. Вот, сука. Вот маленький слизень, допустим, на мне, к примеру, сейчас был, да? Я подождал, пока он плюнет, нахуй, чтобы свести его, блядь, в миллизону, нахуй, чтобы он ну, стал большим, а не сводить большого, дарить ему стак. Лучше, блядь, один стак получить, чем два, логично, да? Взрыв, нахуй, вот эта вот вся хуйня. Отчего умер, блядь, отчего умер Милхан, блядь, это для меня загадка, нахуй. Не, ну почему загадка? Сейчас я, в принципе, гляну на... Брызги слизи, слабый лучащийся слизнюк, брызги слизи, слабый лучащийся слизнюк. Holy shit, брызги слизи. Это не прохил случай-то. Да, это не прохил, но. Там на него дотка кинулся и прям в этот момент брызги. Я же спалить не успел. Да-да-да, так и было. Я тоже не успел, поэтому прохил. Все, сейчас точно крайний на сегодня. Я не могу нахуй уже. Все. Ну, я... еще один, типа 10 минут в пласке, ну. Ну все, сейчас еще один сделаем. Окей. Не достаю. Слишком далеко. Ну что, что мне сделать нахуй, если, блядь, супер простой босс нахуй, ну, нихуя сделать не могут. Точнее, не думают головой вообще люди. Ни капли. Что будет на Синдре, блядь? Где там нахуй освобожденка 20 метров раньше хуярит, ну. Ну. 38,7 это еще нормально, блядь. А вот 37 хуёво. Маленьких должны сводить между собой
в мелизоне? Что, ну, маленьких слизнев вы сводите сами. Ну, вы смотрите, где он, да, условно, да? Если это, блядь, по кругу вот эти РДД, да, то они, блядь, надо еще смотреть на губительный газ. Ну, чтобы, блядь, ты не пошел, блядь, и потом милликов в итоге не заблевал через центр. Смотреть время на губительного газа. Смотришь на зеленого этого маленького слизня, блядь, чтобы этот уебок сначала плюнул. Преждевременно, потому что ты потом, когда его будешь вести, блядь, он может плюнуть в рейд, блядь. И сводишь. Все. Ничего сложного. Все просто. Дермич, проснись. Хлоба, дайте. Рыба там стоит. И так у меня, блядь, сейчас период, нахуй, такое, блядь, максимально хуёвое. Еще, блядь, вот это вот, нахуй, прям вообще выводит, нахуй. Давай, чё? Двигайтесь, о господи. Третий так. Губительный газ сейчас будет, уйдите с центра, он через центр пробегает. Четвертый стак. Угу. Надо ждать следующего газа и сводить. До следующего газа 30 секунд. Холичу. Не ебешь, блядь. Дай БР по холичу, но он быстрее. У меня 4 секунды. А. Только не под... Милхант еще умер, не прохилен. Ребафнули
представь. А ты серый мелхон. Не надо, пизду. Сейчас газ будет и сводить надо. А, недалеко очень. Да. Газ пошел. Своди. А я умер. Дай БР по мне. А, взрыв. Взрыв, взрыв. Сейчас готовьтесь. Готовьтесь, готовьтесь. Ушли, ушли, ушли своих мест быстрее, ушли. Не вставай. Да я знаю. Крукозя, Барандертач. Все, сбежались под босса. Дай сокрулик, сор. Прохил, 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 прохил. Хисяка еще умерла, блядь. Все, мелик пошло. Все, хватит, я думаю, на сегодня. А за кунку никто не зайдет побороться за кольцо? Он очень хотел. Что? Да, ну, кунка просил кольцо не ролить. Я ему обмен буду кидать и показывать. Кунка стыкал. Я ничего не понял. Еще раз. Кунке же тоже кольцо надо. А. Кстати, давай, слушай, давай мне, я его подержу, наверное, отдам ему потом. Или ты подержишь? Держи. Там 36 минут. Подожди, а чё? Ну, я офф. Давай я вместо кунки. Сколько у него ЕП? Ставлю 19500 за кольцо, блядь. Это кто, блядь? Я вместо кунки. Ну, кунка 19500 ставит. А, блядь. Если не он, ну да, всё. Я подержу. Идеально мы придумали, не? Ну да, чё, блядь. Я вообще думаю, это гениальная идея, но... Может, я подержу? Ладно, дайте фонарю. Да, правильное решение фонарь. Ты точно не пройдёшь. Ну, я в основном просто выключенный сижу. Ну чат. Да, да. Давайте обмен я прямо на входе. А, этому вот. Фонарику. Дисконт, что ли? Нет, вроде. Нет, вроде. Что мне залагалось? Че, потом кольцо разрулите, да? Сейчас только две шмотки. Еще раз обмен. А кому кольцо надо? Кунки. Для чего? Нет, нет. Так это кунки только надо, мне не надо, я так я понял, что... Ладно, всё, давайте быстрее, ребят, пожалуйста. Сейчас бегу. Ну и кунки минус 10. Махинария, ну. А, правильно, я... правильно, тупо в братскую его могилу. А чё, он же поезд забирает или нет? А, ну да, в принципе, наверное. Он поезд, да. Забирает поезд. Всё, всем спасибо, извиняюсь, что сгорел. Удачи. Никто не хочет, мы бы соберёмся десяточку, там какой-нибудь гер. А maybe EP? Ровно здесь. А, да. Не заслужили, мы. Нахуй, да? Килрил. Ушел. А кум уже. Я там кумку по.